Сестрорецкая развязка Приморского шоссе продолжает собирать случаи дорожно-транспортных аварий. В этот раз участник один, и в произошедшем виноват сам водитель. Так, 41-летний житель Сестрорецка, управляя серебристым джили, сильно разогнался, съезжая с эстакады по направлению в Петербург. В итоге на мокрой дороге мужчина не смог вписаться в поворот, утратив контроль над управлением машины, и совершил наезд на ограждение. Люди, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Владельцу китайской машины теперь придется компенсировать затраты на ремонт элементов уличной дорожной сети. Данное ограждение здесь водители таранят с завидной регулярностью. Мопед и автомобиль стали участниками аварии на перекрестке улицы Мосина с Приморским шоссе в Сестрорецке. 50-летний местный житель, управляя серым «Ситроеном», перед перекрестком, видимо, до конца не определился, в каком направлении ему двигаться. Стояв перед светофором, он сигнализировал о повороте направо, однако, начав движение, поворотник он отключил. Справа от автомобиля находился мопед с двумя людьми, водитель которого совершал проезд в прямом направлении. В результате владелец французской машины в последний момент все-таки стал выполнять правый поворот, совершив столкновение с двухколесным транспортным средством. Сигнал поворота водитель «Ситроена» почему-то включил только после столкновения. Водитель и пассажир мопеда в ДТП не пострадали. Мужчину из французской машины привлекут к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кто-то из местных жителей в ближайшее время может лишиться водительского удостоверения, если, конечно, оно у него было. Утром на привокзальной площади в Сестрорецке жители могли видеть покореженный автомобиль, совершивший наезд на рекламную конструкцию у перекрестка Дубковского шоссе с улицы Коммунаров. УАЗа-2111 от удара оторвало капот. Автомобиль был открыт, водителя поблизости не наблюдалось. Понять произошедшее помогла запись камеры городской системы видеонаблюдения. Около часа ночи данный автомобиль под управлением неустановленного лица, двигаясь с улицы Токарева, совершил наезд на препятствие с последующим выездом в пешеходную зону. Скорее всего, водитель не справился с управлением в связи с несоблюдением скоростного режима. Сотрудников дорожной полиции и гражданин, находившийся за рулем, для оформления совершенного ДТП приглашать не стал и с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. На то причин у него могло быть сразу несколько. Автомобиль числится как архивный на номерах учета Смоленской области. Собственник в прошлом году официально отказался от его дальнейшего использования, то есть эксплуатация такой машины запрещена. Ведется розыск водителя, ему грозит в том числе и лишение прав за оставление места совершенного ДТП.